За 2020 год количество ДТП на территории Колымы, при которых пострадали или погибли люди, составило 220 случаев. Это на 20% меньше, чем за 2019 год. Об этом сообщил на брифинге начальник автоинспекции Магаданской области. Число погибших сократилось на 37%, и почти на 100 человек меньше получили ранения. Если рассматривать по основным видам дорожно-транспортных происшествий, характерных для нашего субъекта, значит, мы наблюдаем 89 фактов – это съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства. Значит, следующие – это столкновение, 76 дорожно-транспортных происшествий и 28 наездов на пешеходов. Это из основных. Значит, причинами дорожно-транспортных происшествий, либо, скажем так, на несоблюдение требований правил дорожного движения, повлекшие эти последствия, явились, значит, несоблюдение очередности проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения. Ну и по-прежнему актуальным вопросом, несмотря на значительное снижение, является управление транспортом в состоянии опьянения. Также обсудили детский травматизм. За 2020 год произошло 13 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. Это на 48% меньше. Одна из причин аварий – отсутствие удерживающих кресел. Погибших детей не было. Сотрудники ведомства постоянно проводят мероприятия, которые направлены на профилактику правонарушений.